Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Все, что вы ищете о знаменитых турках, здесь. Реальная любовь Барыша Бакташа и Егмура Юкселя вышла за рамки декораций и украсила заголовки журналов. Однажды душераздирающее признание Барыша Бакташа поразило прессу и его поклонников, как разорвавшаяся бомба. Истинное лицо любви, сияющее в освещенном мире съемочной площадки, приобрело смысл в словах, исходящих из уст Барыша Бакташа. Знаменитый актер сказал: «Я отдал все ради дождя». Хотя это эмоциональное признание вызвало бурю в журнальном мире, оно также перенесло романтическую атмосферу съемочной площадки в реальную жизнь. Любовь Барыша и Егмура продолжила свое успешное воплощение в сериале «В реальной жизни» и впечатлила его поклонников и подписчиков журнала. Это заявление Барыша Бакташа еще раз показало, насколько глубока и искренна любовь. После этого душераздирающего признания таблоидная пресса подробно рассмотрела моменты совместной жизни пары и их отношения. В то время как социальные сети были переполнены романтикой о любви Барыша и Егмура, фанаты также проявили интерес к эмоциональному заявлению в своих постах. Глубокие чувства двух популярных актеров друг к другу стали частью увлекательной истории не только на съемочной площадке, но и в реальной жизни. Пока журнальный мир с волнением следил за развитием любви главных актеров сериала «Кровавые цветы», любовь Барыша и Егмур продолжала занимать особое место в сердцах зрителей. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.